Ребят, всем привет! Сегодня я расскажу за самокаты Blade 10 2021 года и 2020 года, и какие у них отличия. Значит, добавлен сюда LED-борд светящийся. На эту деку просто прикручена и, ну, на любителя. По умолчанию есть лента, которая светится красным. Значит, в 2020 году они комплектовали синей лентой. По освещению также изменилась фара, она была линзованная, точкой светит, тут стоит на 4 светодиода. Главное отличие — это моторы. Моторы у нас стали с киловатта, стали на 1200 ватт. Отличие максимальной комплектации — это курок Mini Motors. Вы можете выбрать, какой вам по душе, Mini Motors или вот такой с ключом зажигания и на цветном дисплее. Также отличие идет, если мы заказываем курок Mini Motors, в нем и контроллер будет от Mini Motors. На всех вариантах установлены воздушные амортизаторы фирмы DNM. Они с регулируемой жесткостью. На версии, которая была у нас в 2020 году максимальной комплектации, у нас они были пружинные. Эта версия будет называться в 2021 году 10+. Она будет идти по умолчанию на такой ножке. Она будет не усиленная, как на Evo версии. У нее не будет уже демпфера, как на этом образце. И он будет на тормозах, которые полугидравлические. На цветах они существуют: черный, матовый и глянец белый. Грипсы у нас отличаются 2021 года на Evo версии. Они вот такого плана. И руль у нас на скрутке. Тут у нас грипсы резинка, руль у нас не складной, он не регулируется по высоте. Надеюсь, вам понравился мой обзор. Всем пока, всем классных покатушек.